Так, а вот и пассив заработал. Опа-на. Володь, ногой, ногой, ногой. Отлично. Хорошая котлета. Что там было? Желтый сыр. Желтый сыр. Так. И Андрей на что-то уговорил. На тот же чинук. На тот же чинук. Все-таки уговорил. Продолжаем разговор с форелью. Да, сегодня рыба активна, мы это видим. Открываем первый лед, Голицыно, очень приятно, приятные эмоции. Мы не на работе, все как положено. И мы дождались. И мы дождались, 2 недели, это было что-то, столько нервов. И вот она, рыба. Все будет замечательно у нас. Сейчас мы еще дальше продолжим.